«Бумер», «Миннесота», «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы» и еще более 70 работ в кинопроектах и театральных постановках. Участники программ «Летняя детская киноакадемия» и «Академия творчества» встретились с актером театра и кино Сергеем Горобченко. Киноакадемики говорили с актером о любви к родине, вере, семейных ценностях и поисках жизненного пути, а также задали свои вопросы. Совершенно точно в каждом человечке есть определенная своя такая способность, такая физиологическая харизма, в которой ты лучше будешь выглядеть и будешь качественнее делать что-то, чем другие. Специально для юных киноакадемиков известный актер привез с собой любимую гитару. Белая береза, я тебя люблю. Протяни мне ветку свою тонкую. Сергей Горобченко уже второй раз приезжает на детскую киноакадемию. Мальчишки и девчонки с радостью встретились со знаменитым гостем. Сергея Горобченко я видела как актера в различных сериалах, фильмах. И мне было очень интересно задать вопрос, присутствовать на этой встрече. Юные киноакадемики уже вовсю готовятся к фестивальному показу. Участница смены Академии творчества Надежда Гладких, режиссер собственного фильма о бескорыстных поступках. Каждая встреча с профессионалами в сфере кинематографа вдохновляет ее на дальнейшие съемки. Я не ожидала, что он настолько глубокий человек, что у него такие принципы. Они, с одной стороны, очень странные, с другой момент, очень правильные. Было интересно получить ответы на вопросы. Было интересно получить опыт от человека, который уже что-то знает в этой индустрии. Ни одна встреча не остается просто так. То есть ты смотришь на этого человека, и мне кажется, подсознательно начинаешь его копировать. То есть пытаться разговаривать также с актерами, пытаться донести до них такой же смысл, какие они доносят на тебя вот на этих встречах. Они здесь могут в художественной форме сказать то, что их волнует. То, чего они не могут показать перед своими близкими, родными, перед родителями. Они высказывают это в художественной, непосредственной манере, иногда, там, возможно, ярче, завуалированно, но у них есть возможность это сделать. Это очень важное вообще начинание.